Ну да, хотя бы она его потащит. Кто-то бы нахуй поймет. Кто себя не судит? Просто топ-1 килл и всё, Андрей, я их одну. Я просто них убиваю. Ну все. Ну его никто не мог видеть, кому? Сразу прим. А как? Просто тетя Зина, она, по-моему, читер. Она без прицела стреляет. Не, он не читер. А как без прицела можно попасть? Я тоже без прицела. Легко. Это ваш прицел называется, если что. Ну просто иди, без прицела убить. А все время без прицела. Чего, как можно без прицела попасть? Нарисовал точку? Это не 4, я тоже, это просто нарисовал точку на экране, и все. Да можно не без точку, вот точку нарисовать. Спасибо, сейчас нарисую. Я пошутила, я хочу нормально играть, не по-читерски. Там он на тебя упал. Как вас зовут, люди? Сам себя кокнул, как? Да. Не повезло мне. 5-6. Я вон крыса. Крыса, она улетает. Вот. Я когда не буду. Ну что ж такое? А где это? Сама улетает. Простите. Ну да, тебя убили. Ладно, я пошла учиться играть. Кто? Тюркиш. Ну все, сейчас я должна хотя бы кого-то убить. Я тебя помню. Где? Ну просто лох.
Ты чё, фильм этот, 1.6 короткометражку посмотрел, да? Я выжил. Один сдох. А, в смысле, он вернулся? Понял. А я выжил. Ура. Как-то на второе место мне пойти. Ты меня обходишь. Надеюсь, он тебя опять скрыл. Офигеть, как страшно. Сука, не стреляйте, я тут не меняю. Чем? Сука. Ну-ка, ходить. Да как? Как я же снова выстрел, боже. Снова только выходит. Тетя Зина против какого-то лагерь. Победим, давайте победим. Это печально. Да, конечно. Но призрачный не... Чего?